На базовой кафедре управления проектами в Ярославском отделении ПАО «Сбербанк» состоялась защита курсовых проектов студентов-менеджеров. На мероприятии присутствовали работники Сбербанка, преподаватели экономического факультета ЯРГУ, а также партнеры университета и руководители компаний-работодателей. Студенты представили свои проекты в разных сферах жизни – здравоохранение, диджитал, образовательная среда, коммуникации и многие другие. Мой проект заключался в модернизации образовательной среды, и он осуществляется на примере школы номер 28, средней общеобразовательной. Сущность проекта заключается в обновлении материально-технической базы, использовании неких инновационных технологий, а также в изменении и обновлении методик учебного процесса. Я защищал проект, связанный с разработкой онлайн-приложения для повышения уровня коммуникации. Для меня довольно-таки актуально, потому что часто возникают такие проблемы, когда вопрос назревает не вовремя, там, ночью, перед экзаменом, и преподаватель вряд ли мне ответит в это время суток. Поэтому приходится самому искать информацию. И это приложение будет разработано для того, чтобы устранить эту проблему. Есть над чем подумать, есть свои недоработанные моменты в курсовой работе, и мне на них указали. Буду дорабатывать. Студенты сегодня проявили себя с самой лучшей стороны, мне кажется. Я нисколько не преувеличиваю. Проекты были самые разные. Социальные проекты, проекты в интересах нашего города, в интересах области. Проекты, которые вписываются даже в реализацию национальных проектов. Это очень радует. И, конечно же, мы планируем идти дальше, развиваться в этом смысле. У нас имеются определенные наработки, которые мы должны реализовать в будущем по преподаванию нашей дисциплины. Сейчас стандартизация несколько поменялась по управлению проектами. И здесь мы должны вносить некоторые коррективы в процесс обучения. Глубоко убежден, что те знания, которые студенты получают при изучении нашей дисциплины управления проектами, очень пригодится нашим студентам. Это наработка компетенций. Конечно же, им будет это необходимо в их будущей профессии. Участие Сбербанка здесь непосредственное. Мы, собственно, очень благодарны руководству Сбербанка и ряду его специалистов, которые непосредственно принимают участие в работе нашей кафедры в процессе обучения студентов управлению проектами. И на базе Сбербанка в Ярославле создана наша базовая кафедра. Это очень замечательный момент. Сбербанк очень активно в этом плане подключен к нашему образовательному процессу, за что им очень большое спасибо. И хочу сказать, что в Сбербанке работают высококлассные специалисты по управлению проектами. И их знания, компетенции необходимы нам и нашим студентам. Впереди у ребят экзамен по дисциплине «Основы управления проектом», аккредитованной Ассоциацией управления проектами «Совнет». А сейчас одновременно с защитой проводился конкурс на лучший студенческий проект. Авторов самых сильных работ наградили именными дипломами и подарками от Сбербанка. А также они получили предложение пройти производственную практику и стажировку с перспективой выполнения проекта.